Привет всем! Blender 2.8. В этом ролике рассмотрим, что такое формат SVG. Погнали! Щелчок левой кнопкой мыши на окне, убираем баннер. Жмем Delete на клавиатуре, убираем куб. Заходим в файл, находим импорт, находим Scalable Vector Graphics SVG. Основное слово SVG. То, что я прочитал, можете не запоминать. Находите вот эту вот именно подписку формат SVG. Нажимаете. Десктоп, рабочий стол, где у вас что находится. Ну и давайте любую вот подгрузим. Допустим, Eagle. Орел. Импорт. Загружается вот такая вот штука. Вот такая картинка после фотошопа. Вот так она выглядит. Без заднего фона, просто черный контур орла. Ну и попробуем с ним теперь поработать. Давайте вот так переключимся и включим трансформ. Нажмем на орла и немножко подвинем его вот так вот к центру. Где-то вот так вот выровняем. Shift зажатые колесико двигает объект. Так, все это дело отключаем. Смотрим, появился Object Mode. Включаем Edit Mode. Вот такая штука выходит. Вот так все это выглядит. Переключаемся на Object Mode. Заходим в модификаторы. Add модификатор. Нажимаем. Так, вот этот модификатор Solidity. Вот так. Колесико зажимаем, поднимаем. И теперь смотрим, что да как. Можно вот эту рамку немножко выдвинуть. И вот на этом вот, так сказать, на вот этой клавиши можно это все дело потянуть. Прибавить в метрах. Вот вы видите, что объект стал толще. Если вы его вот так вот тянете, он становится тонким. Смотрим, что тут да как. Сеткой. Edit Mode. Переключаемся на Show X-Ray или Z. Можно переключиться на Warframe. Сейчас все это дело посмотрим, что тут получается, как получается. Немножко подтупляет организм. Так, и теперь опять же в Object Mode. И можно подразделить все это дело. Нажать Converter to Mesh from Curve. Вот эту вот нажать. Ну, если вот эту вот форму сейчас сохранить в формате Obs и отправить в ZBrush, то получится, можно с этой вот заготовки сделать неплохого орла. Уже не делать крылья или проработать вот здесь вот, пролепить перья, переделать чуть голову, добавить снизу часть тела, грудь, ну и лапы. Будет неплохой орел. Ну, также можно поработать и уплотнить его. Вот такая штука. Есть разные форматы. Есть разные вот такие картинки SVG. Вы их можете скачать в интернете. Есть сайты, где зарегистрировавшись, есть бесплатные. Вот, кстати, орел это бесплатное для использования. Так написано. Можете вот с этим делом уже работать. Есть платные, конечно, тоже. Там покруче будет все это дело. Мотоциклы и так далее. Словом, вот такая информация. Вот такой вот вариант. Можно вот таким образом, если в фотошопе сделать SVG файл именно бюста или тела человека, женщины, мужчины или просто болванку вот так вот вытянуть. И уже можно с ней будет здесь работать именно как с болванкой тела. Вот так. Можно переключиться будет скульптинг. Вот он черный. Просто поменять ему цвет.
Включить динотоп. Вот единственное, как цвет вот этот убрать, черный, я не нашел в интернете. Кто знает, опять же, участвуйте в образовании. Кто знает, как убрать вот этот черный цвет, знаю в текстурах, вот щелкал, вот здесь, наверное, color, и можно, вот, все, нашел, вот теперь можно с этим делом работать, можно поставить синий цвет, коричневый и так далее. Это материалы. Вот вставка Base Color. И вот так вот все это дело можете тут делать. Вот теперь можно переходить в скульптинг. И все это дело пролепливать. Опять же, используя силу нажатия, размер кисти. Файл, кнопка F уменьшает размер кисти. Вот так все это дело можно здесь превратить в полноценного орла. Вот такой ролик конспект. Если кому-то пригодился, лайк, дизлайк, если кому нет. Все, всем пока, до свидания.